Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sim Racing from Zero Sam Boris. Это вот будет уже нормально. Это отличный как раз галактика. Нам тут голова в лобби. Мне помешали на быстром круге. Так, я примерно 53 я потерял. На второй круг я не успел пойти, решил сходу пройти и, короче, затупил. Теперь будем в своей ситуации действовать. Не то, что прямо совсем чуваки быстрее там, но... Немножечко быстрее. Может, даже так не удастся как-то справиться. И попробовать пораньше на пит заехать. На 14-13 путь, как мы раньше делали. Так, на 12, на 11 попробовать. Чтобы сделать, как он называется, андеркат, оверкат, как он. Португалец. Главное, чтобы, блядь, старт был не в этом. Главное, чтобы старт был не в шикане, иначе это хреново. Так, что? Мы на 10-м месте. Ё-моё! 7000, ты чё, прыгал? Тут всё очень плотно. Наш чувак, 8-9, португалец, 8000 проиграл. Вот мы. Проиграл я ему всего сколько? 23000. Просто жесть. Мне помешали на быстром круге. Этот не вижу. Вообще тут такое, такая плотнота. Этот чувак тоже. Ой. Очень плотно, ребята. Я себе боюсь, не тут прибьется жестко мне. Своей жесткой резине, но есть они тоже на жесткой резине. Конечно, далековато, далековато. Ну, очков больше все равно будем за эту победу. Хотя эти очки вообще ничего. Что тут, тахалонца? Гад. Кимби. Секунда. Секунда, не полторы секунды уже, да? 20-й. Ремус наш времени вообще не показал. По-моему, Ремус, он это... Так. Все. Ой, плохо, как если будет старт у нас в шикане. Блин, это же так стрёмно вообще. А Ремус, наверное, очень быстрый. Он специально последним стартует. Да мне еще более-менее повезло. Фу. Так, давайте, собрались. Он, наверное, на мягкой. Так, аккуратно. Очень плотная группа. Как я тот круг показал, будет тяжко, там сзади испанец. А мы даже приближаемся. 4 секундах от лидера все идет.
Так. Так, португальцев мы тоже щадить не будем. Опять всем красавчик. Очень плотно все идут, а? Он в цветах этого Вильямса 92-го года. Барак Обама мне... Наш сдерживает. Будем атаковать. Спасибо. Вышибли твои испанцев. Ну, а то сейчас у них будет. Секунд. Всего лишь. Скоро резина будет у них уходить.
чем я экономлю топливо, непонятно. Но пистов пораньше. Шесть кругов. 8 секунд меньше. Приближаемся. Не с украинцем там. Беда, беда, беда. В 7 секундах. Мне как бы. Ты что, говорит, типа еще на победу надеешься? Будем атаковать португальца. Ныряем. Прошли. Так. Хорват на очереди. Теперь он у меня тут держится, но он хуже вышел. По-прежнему эти двое оторвались. Они походу на мягкой. Да. Вон там что-то сильно отстал. И пристал.
8-2, 8-1. Ну и держим темп. Я дурак, полез. Глупую атаку. Ай, дурак. Жесткой. Так, 12 кругов проедем. Так, наш украинский друг пушит вперед. Хорошо, штраф не схлопотал. Тоже на жесткой. Угу. Красавчик. Да, 8 секунд, это, конечно, очень много. Секунда. Отправляемся. Давай. Быстрее. Может, значит, испорченная квалификация. Так. Быстрее.
Так, девятый. У этого штраф. Португальцы. Восьмой. Лучший круг. Угу. Так. Я лечу безудержно. Дача не ткнулась, блин. Так, товарищи испанцы. Ух ты! 16 кругов протянул.
грязно, но... Так, товарищ испанец. Догоним мы товарища испанца? Нет. Они все рядышком. Чё так много? Ничего в синьку не снарил, что ли? Там товарищ португалец. Да, так и выйдет, 9 секунд. Ох ты, он выехал, а? И стой. 3 круга. Баланс я не переделал, да? Вы все рядышком. Это наш украинский брат лидирует, красавчик.
Разболтало. Три круга до финиша. Что такое? Грек. Грек, это через реку, а? Догоняем, догоняем, догоняем. Опачки. Сейчас будет интересно. Интересно. Девять и три. У меня был последний шанс обогнать, а? No.
А ты чё, 4000-ных, а? С 10 на 6. Нормально. А могли бы вообще на 4. Ремус. А где он? Ну вот уже такая экшеновая гонка. Иногда, конечно, грязноват я был. Что греха таить. Ну, то прорываться надо, мы были быстрее. Штрафа так и не получили. Так, отыграно. Ну, 170 очков. 4 позиции отыграно. Ну, очков-то гораздо больше. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи. Всем пока.